Побег из фашистской тюрьмы прошел под девизом «Враг моего врага – мой друг». И зовут этого друга Павел. Он командир уничтоженной разведгруппы красных. Я никогда не питал особой симпатии к коммунистам, но Павел действовал как герой. Ну что, я все тьфу-тьфу-тьфу! Ты молодцом, не зря тебя в рейнджеры взяли. Со мной не останавливайся! Невозможное. Теперь моя задача предупредить орден, что черный пропал. Это значит признаться, что задание провалено. Но теперь, когда черный попал в метро, в одиночку мне его не разыскать. Нужно выбраться на ближайшую нейтральную станцию, а оттуда в полис, в штаб ордена. Павел покажет дорогу. Так, кажись, оторвались. Теперь на театральную рвем, больше некуда. И как там, живой вообще? Молодцом, Роник вещь. Черт, тупик! А ну, держись! Твою мать! Ну все, приехали. Делать нечего, дальше на своих двоих. Айда за мной! Что за туннель? Ни на одной карте его не видел. Давай тут поосторожнее, рейд все же. О, труба! Артем, давай сюда! Артем, иди сюда, дело есть! Опа! Так, ты подожди, а я гляну, что там. Чёрт! Чё за... Шпион! Хватайте его! Ты смотри, какой ловкач! А ну, мужики, тащи его на пост! Слышь, а если он не один тут? Внимание, второй пост! Проверьте свой сектор туннеля! Повторяю, проверьте свой сектор туннеля! Мы крысу из вентиляции достали! Там еще могут быть! Принято!
Кто? Где? Откуда? Я нет. Я... Внимание! Держаться до последнего! Подкрепление уже близко! По коммунякам стрелять без команды!
По всем красных окружить! Огонь уничтожить! Газа. Не стреляй, я сдаюсь! Я сдаюсь, не стреляй! Пашу наверняка ждет петля. Кто знает, что было бы со мной, если бы он не вытащил меня. Красный, синий, желтый, какая разница? Он рисковал своей жизнью ради меня. В метро такое случается нечасто. Я не могу его тут бросить. Артёмыч, я знал, что не бросишь меня. Мы ж с тобой как эти, как мушкетеры. Один за всех и все за одного. Я тебе по гроб жизни. Достань только меня отсюда, а я тебя к твоим выведу в два счета. Дьявол, это за мной. За мной идут. На вешалку. Давай, брат, не подведи. На тебя вся надежда. На выход, крыса краснопузая. Ребят. А при том чего, что мать у тебя ничего вроде. Нормально. А брательник уродом родился. А значит что? Что? Что либо ты тоже сросла, либо мать твоя шлюха. Ах ты, ах ты. Ну давай, скажи. Моя мать шлюха. Говори, дрищ. Иначе ты у нас получаешься уродом. Раз твоя мать уродов рожает. Нет! 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 Эй, там вроде... Ты его убил! Нашего подстрелили! Теряем солдат! Крышка как... Несет!
У нас потери! Сука, потери у нас! Несем потери! Муняка, ты допрыгался! Труп! Тревога! Камуняки напали! Ну, я тебе! Слыхал? Ты б хоть ствол достал по уставу. Стоишь тут как пугало. Мой ствол у меня в штанах, а твой в борделе остался. Вот он тебе поможет. Ствол этот, когда красный за жопу возьмут. Юморист, мать твою.
Ну-ка, муняка, ты там... Слава Рейху! Найдется. У меня на мутантах чутье.
Давай, проклятие, мать заклеймённый! Весь мир голодных и рабов! Ай-яки! Ай-яки! Наш разум! Полевой суд над арестованным шпионом Красной линии начинается! Всем подданным Рейха, свободным от трудовой повинности и дежурства, рекомендуется явиться! Именем великого Рейха, красный шпион, взятый с поличным на территории секретного объекта, военным трибуналом приговаривается к смертной казни через поличный... Всех не перемешайте! Фу! Смерть фашистам! Наступит еще наш час! Слава Рейху! На тебе! Уходим! Скорее, сейчас тут такое начнется! Я вытащил Пашу из петли, а он обещал доставить меня как можно ближе к полису. Дальше все ясно. Я найду там людей из Ордена и сообщу им о том, что случилось. Но путь к легендарной театральной лежит через катакомбы. Я никогда раньше не бывал в этих местах, и без своего нового друга, думаю, наверняка тот потерялся бы. Надеюсь, он знает дорогу. Спасибо, Артём. Как мы их, а?
Один за всех и все за одного, как мушкетеры. Любимая книжка в детстве была. Мечтал мушкетером стать, как вырасту. Так, времени в обрез. Идем до театральной, а там ты в полис, а я домой на красную линию. Странно только, что они отстали, да еще и ворота закрыли. Черт! Пятый, прием! Андрюха! Пятый на связи. Тушите там свет в тоннеле, считая не покойники. Есть! Покойники? С чего бы это? Поглядим еще, кто из нас покойник. А, ладно. Отступать некуда, позади Москва. Двинули дальше. Стой! Вот чего свет вырубили. Пауки терпеть его не могут. Так, инструктаж. Одних пуль тут будет мало. Но раз эта сволочь света боится, его и применим. Теперь, Артём, главное, не выключай фонарь. Без него хлебнем тут. Завал! Похоже, рванули туннель. Видно, пулями не смогли остановить. Да. Погоди-ка, сквозняком тянет. Значит, есть выход. Артём, помоги открыть! Эх! А паутины-то шагу не ступить! Эта мелюзга такое устроить не могла. Наверняка есть твари побольше. Главное, их не разбудить. Черт! Они уже близко! Постой, Артём! Не торопись! Теперь осторожней! Тут все вроде чисто. Пошли! Шахта! Да, высоковато. Так просто туда не подняться. Так, будем надеяться, лифт не подведет. Есть! Генератор в порядке. Чисто. Прошу, покатаемся. Ну, поехали! Какого... Что с ним? Почему встал? Предохранитель, что ли? Черт! Ну, давай! Услышали нас, суки? Черт, в самое логово попали! Да сколько их тут? Артём, их надо сжечь фонарем, пока на спину не перевернутся! Айда за мной! Ах ты, сука, ты такая! Артём, свет сюда! Зажарь его! Так-то, мразь! Спасибо! Один за всех!
Сюда! Мост! Про него я слыхал. Теперь и театральная недалеко. Высоковато. Двинули! Снова они! Артём, не подпускай их, а я поищу, как перебраться! Нормально, сгодится! Артём, давай сюда, подсоби! Сажу! Они внутри! Артём, руку! Эх! Скорее! Ноги в руки! Пошли! Артём, ты цел? Давай, надо уходить! Свет, бегом туда! Что, твари, не нравится? Ну, здесь они нас не тронут! Артём, погоди! Хреново без фонаря! Дай хоть факел сварганю! Раз, два, три, ёлочка, гори! Ладно, двинули! Чёрта с два! Тут электрозамок! Провода вон туда ведут! Слушай, Д'Артаньян,
У тебя фонарь, так что двигай по проводам. Где-то там должен быть щиток. Попробуй в него зарядник воткнуть. Получится запитать, дверь откроется. Талант не пробьешь, молочага! Готов? Первый пошел! За мной! До театральной осталось совсем чуть-чуть. Вход в метро, судя по всему, должен быть где-то рядом. Но каким малым ни было бы это расстояние, нам предстоит пройти его по поверхности. А наверху каждый шаг и каждый вдох может стать последним. Прибыли, Артём! Соберись, до темноты осталось всего ничего. Как туннель обвалился, на театральную отсюда остался только один путь по поверхности. И задерживаться там до темноты определенно не стоит. Обжитое местечко. Повезло нам, Артём. Похоже, схрон местных сталкеров. А где были сталкеры, там... Чёрт, фильтров маловато. Ну ничего, на наш век хватит. Не стесняйся, бери. Здесь все сталкеры – братья. Да, классные у тебя часы. Удобно знать, насколько еще воздуха хватит. Я слыхал, тут такое водится, что и пули не спасают. Ты, конечно, стреляный воробей, но в таких переделках еще явно не бывал. Так что помни, если хочешь жить, не расслабляйся ни на секунду. Ого! Вот это да! Слышал я про это место. На посадку уже заходил, когда рвануло. Видишь, здание, в которое он врезался? Вход на театральную там. А на поверхности-то все тает. Прям весна, Артём. Повезет и до лета доживем. Так, погоди. Тут справа от самолета должен быть подземный переход. Сталкеры через него площадь обходят. Вон, по крылу можно спуститься. Да, недолго солнышко сияло. Как быстро тучами все затянуло! Дождь!
Артём, ты когда последний раз под дождём был? Чёрт, я, кажется, ещё до войны. Активная походка. Настоящий коммунист в духов и остальную мистику не верит, но все равно пробирает. Давай на свет выбираться. Пробей служебное помещение. Что случилось? Ты в крови весь. А, дробовик нашел? Хорошая штука, пригодится. Артём, стой! Пригнись! Стражи! Огромная стая! Видно, от бури бегут! Ох, чую, будет дело! Только тихо! Нас разорвут, как пить дать. Пронесло. Так, Артём, смотри, чтоб дальше без таких фокусов. Ладно, идем к самолету, пока новых не набежало. Пошли! Слыхал я про это место всякое. Мол, души погибших. Чушь, конечно. Попробую открыть, я прикрою. Заклинило? Давай вместе! Пошли! Так, Артём, место это непростое, так что не теряй головы. Ладно, пошли. Сталкер один рассказывал, это был рейс Майорка-Москва. Ну, семьи после отдыха. Я-то сам ни на море не был никогда, ни в самолете не летал. Не судьба. Странно как-то. Черт, ты тоже видел? Артём, что это было? Живые, смотри, они живые! Черт!
Питания нет, двигатели заглохли. Домодедово, борт 767-15. Что за вспышка была? ЧП. Спроси. Дайте площадку. Черт, нет уже диспетчерской. Толя, падаем. Скорость какая? Скорость. Электроника вырубилась. О, господи. Черт, да что же ты творишься? Планируй. В руки себя возьми. Спасибо. Если б не ты, я бы так бы и задохнулся там, как остальные. Как этот вот. Давай убираться отсюда. Артём, давай направо! Вход должен быть за этим зданием. Чёрт! Демон! Срежь его! Почти пришли. Готовься! Со второго этажа прут!
Елочка, получилось, а?